Всем привет, с вами Таня Птерис. В этом видео я расскажу о новых заливках, которые добавили в редактор в программе Imbir 2022 года. Итак, если мы кликнем два раза левой кнопкой мыши по пустому полю, то у нас открывается диалоговое окно, в котором нам предлагается создать ряд новых заливок. Я начну с фрактальной заливки, выбираю вот эту кнопку. И открывается новое диалоговое окно, где мы можем выбрать разные варианты заполнений. Они все разные, много очень интересных. Ну, пусть будет вот это. Дальше, какие у нас тут есть параметры? Первый параметр offset. Это параметр отступа от края пялец, то есть в данном случае здесь стоит 1 миллиметр по умолчанию. Дальше следующий параметр — это bounce, это отступ нашей заливки от дизайна, то есть в данном случае стоит отступ от дизайна 1 миллиметр, я вот поставлю 5 миллиметров. Distance. Distance – это плотность самой заливки, то есть насколько она будет крупная либо мелкая. Угол наклона стежков – это угол наклона стежков, под которым ляжет наша заливка. Ну, пусть будет 45 градусов. Настройка длины стежка. Ну, здесь все просто понятно. По умолчанию 1,6 мм, я поставлю 2. И слои 2. И нажимаем ОК. Если вы что-то тут поменяли и ну вот не помните, как оно было изначально, всегда можно нажать кнопку «Установить настройки по умолчанию», и ваши параметры восстановятся. Вы сможете снова что-то менять так, как вам нужно. Нажимаем ОК. Происходит компиляция файла, и программа создает вот такую прекрасную заливочку вокруг нашего дизайна. Такие заливки можно создавать разные. Давайте попробуем еще вариант. Ну вот выберем вот такой вариант. Я изменю отступ и, допустим, угол наклона стежков. Так, а вот здесь вот плотность стоит, distance стоит 1. Ну, поставим, давайте посмотрим на 2 миллиметра и посмотрим, что получится. А опция слои — это количество проходов. То есть мы можем менять четное количество проходов. 2 прохода, 4 прохода, 6 проходов. Ну и вот тут вот до 20. Смело. Я оставлю 2 прохода. Окей. Ну и вот получается такая заливка гексагонами. Очень-очень симпатично. Следующий вид заливки — это RedWork. Здесь мы можем выбрать варианты заливки. Это разного рода волны, прямоугольники, треугольники, кружочки. Давайте возьмем волны. Итак, параметр offset — это у нас отступ от края пялец. Bounce — это отступ от нашего рисунка. Давайте поставим там 3 мм. Distance — это у нас расстояние между волнами. Чем больше расстояние в миллиметрах, тем больше волн. Угол наклона — тут все просто. Дальше параметр deflection и период. Deflection — это как бы вот глубина этих волн. Чем больше этот параметр, тем будет больше изгиб волны. И период — это как бы частота волны. То есть чем больше параметр, тем волна будет ровнее. Тем волн будет этих меньше. Чем меньше параметр, тем волны будут более плотными. Ну вот смотрите, что у нас получается. Вот такие волны.
Это у меня deflection была 5. Там по умолчанию, по-моему, 2. По умолчанию 1. То есть, чем меньше у нас вот это значение, тем волны будут ровнее. А чем больше период, тем меньше самих изгибов волн у нас будет. Ну, вот так вот. Что еще интересно в этой заливке RedWerk? Ну, помимо всех предустановленных, давайте попробуем еще какой-то вариант с настройками по умолчанию. Помимо заложенных в программу узоров, мы также можем выбрать узоры, которые у нас идут к крестиковому модулю. Вот эти вот заливочки, и использовать их для нашего дизайна. Давайте применим. Следующее заполнение квилт. Здесь у нас уже намного больше узоров. В принципе, параметры у нас похожие. Что у нас добавляется? У нас добавляются вот точки центров эффектов. То есть, либо рандомная, либо треугольник, либо по сетке, либо гексагоны, либо по границе. Это будет влиять на сам узор квилтового заполнения. Ну и самый как бы простой вариант, это вот выбираем из списка, здесь у нас ничего, меняем плотность, ну, поставим 5 миллиметров. Дальше у нас параметры офсета и отступа от нашего изображения точно такие же. Длина, настройка длины стежка, это у нас 2 миллиметра, слои мы можем менять. Здесь у нас слои тоже до 20, но с шагом 1, то есть может быть один шаг. И потом про буковки я расскажу. Итак, самый первый вариант. Нажимаем ОК, и у нас получается вот такая извилистая, и вот такое извилистое заполнение, стежка извилистой строчкой, мазгами. В общем-то, очень удобно. Вы видите, прямо в редакторе можно создать себе такой элемент для стежки. Также у нас может быть вот эта вот извилистая строчка с какими-то элементами. Например, вот цветочки. Видите, появляется строчка с такими цветочками. Может быть, с рандомным расположением, либо с регулярным расположением. То есть за это отвечает вот эта опция. Тут могут быть разные варианты. Также еще есть вот такой вот вариант, boundary. Это контур нашего же объекта. То есть это мини-контур нашего же объекта. Здесь вот видно не очень хорошо. Но если у вас будет какой-то более простой элемент, может быть там звезда или сердечко, то вот это вот будет явно видно. Но тут он есть. Дальше. Следующий вариант. У нас идет варианты с веточками. Вот эти два элемента я сейчас покажу. Вот такие вот веточки или трещинки. Вот такой вариант. Заполнение гексагонами с фигурами. Сейчас я покажу. Вот такие вот гексагончики. И внутри у нас, и на концах у нас будут фигуры. Естественно, мы можем менять размеры. Можем менять размеры и плотность наших заполнений, вот 3D этих фигур. Дальше веточки с листиками. Очень такое интересное такое заполнение. Здесь мы можем менять размеры листьев. С одной стороны листья, с двух сторон листья.
можем менять плотность этих листьев и вот это вот параметр изменения размеров. И об the subset у нас листья будут в два цвета. Посмотрите, когда мы меняем этот параметр, у нас появляется два слоя наших веток, видите, в два цвета. То есть уже у нас появляется двухцветная стежка. Вышивается непрерывно одна, один слой, потом второй слой. За этот параметр вот отвечает опция subset. И, соответственно, в зависимости от того, сколько, какой размер вы выберете, у вас и объем вот этих вот листьев одного и второго цвета будет разный. Это вот двухцветное заполнение доступно для листиков. И дальше сейчас мы пойдем к следующему заполнению. Это вариант nested, это branching, это nested. Здесь у нас заполнение рандомными фигурами. Сердечки, круги. Вот оно наше заполнение кругами. Тоже то, что активно применяется в стежке. И создать это достаточно можно быстро и просто. Регулировать можно тот же размер их и рандомность. То есть немножко по-другому меняется размер. И чем больше процент, тем больше у нас разброс размера наших кругов. То есть вот seed. Опция subseed. Если мы ставим размер меньше, допустим, 50-60%, то у нас уже появляются двухцветные кружочки, либо другие элементы. Здесь вот много разных фигур, и цветочки, и звездочки, и треугольнички. Тоже можно выбрать и набор элементов различных. То есть вот разные звездочки, разные фигуры. Следующее заполнение. У нас получается тоже извилистая строчка с дополнительными элементами. Тут вот узелки, звездочки, либо вообще без ничего. Ну, извилистая строчка, но с большим шагом она. И дальше у нас идет как бы регулярное заполнение. Здесь заполнение выстраивается вот прям рядками. Четкими, ровными рядочками. Здесь мы можем менять угол наклона стежков. Можем также делать его двухцветным. Делать фигуру в центре, делать ее рядами, делать рандомное расположение. Ну, тут тоже в зависимости от выбранного узора можно менять разные вещи. Сейчас я покажу еще вариант заполнения. Мы можем использовать шрифты, встроенные шрифты и TrueType шрифты Font Engine. Мы можем набрать какой-то текст, либо просто буквы. И у нас вот, смотрите, появляются буквы. Мы можем сделать заполнение с буквами. Во всех вариантах заполнения появляются буковки. Видите, у нас здесь появились буковки на конце гексагонов. Ага, вот размер не позволил. Размер не позволил хорошо сформироваться. Давайте мы вот здесь возьмем. Вот видите, появляются буковки со строчкой. И последний вариант заполнения, который я покажу в этом видео, у нас кельтский узел, Celtic Knot.
Что у нас есть из параметров? У нас из параметров есть тип волнистый или более прямоугольный. Те же самые функции offset и bounds – это отступы от края пялец и от нашего дизайна. Distance – плотность. Ведь ширина – это ширина самого узора. И давайте мы сейчас сделаем по настройкам по умолчанию, а дальше я покажу варианты. То есть это у нас вариант, когда с волнистый, более прямой. То есть, видите, углы стали более прямыми. Ну, размер, плотность 6 мм, понятно, ну давайте поставим 8. Видите, узор получается более крупный. Если мы меняем параметр ширины, у нас вот это расстояние между строчками, сама ширина ленты становится более крупной. Дальше интересный параметр – это вот этот ползунок. Если мы его перетягиваем влево, то наши узлы становятся более ровными, более четкими, более аккуратными. Прям вот такая вот идеальная плетенка. Если мы двигаем наш ползунок вправо, то у нас заполнение будет такое более рандомное, более такое вариативное. Если мы убираем какие-то из маркеров, вот здесь вот право или лево ставим галочку, то у нас по краю эта плетенка не закрывается. То есть мы можем потом нашу плетенку стыковать и делать такой вот бесконечный узор. Итак, в этом видео я рассказала об основных типах заполнения, которые добавили в эту версию программы. В следующем видео я расскажу, как еще можно использовать эти заполнения и какие новинки еще появились в этой программе. По ходу получится еще 2-3 видео, потому что очень много дополнений, очень много изменений. И обо всем этом хочется рассказать. Итак, с вами была Таня Птерис. Все, пока-пока.